О светло-светлая и украсно украшенная земля русская, и многими красотами удивлена еси, озерами многими славишься, реками и кладезьми месточтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверьми, различными птицами, бесчисленными городами великими, селами дивными, садами монастырскими, храмами церковными и князьями гордыми, боярами честными и вельможами многими. Всего иси исполнена земля русская, о правоверная вера христианская. Это был Владимир Орлов, ученик 11 класса школы 17 Родин.